Всем привет, друзья! В этом видео буду проводить замер светофильтров из уранового стекла ЖС-19, вот это, и ЗС-7. Еще для замера есть кружка из уранового стекла, бусы, браслет такой из уранового стекла. И еще едкий калий. Вот, с изотопом калий 40. Тоже, это тоже он. Значит, включаем наш прибор у нас. Прибор готов к работе. Сегодня дозиметр радиометра профессиональный МКС-03СА. Среди всех дозиметров, которые продаются на 2021 год, современных, которые реально можно купить, они есть в продаже и производят их завод, то этот является самым чувствительным среди всех дозиметров. У него самая большая площадь торцевого окна слюдяного. Вот оно, кстати, такого размера. Ну, обзор не о дозиметре, я уже показывал его. Будем замерять бета-поток. Ну, давайте начнем, так как замеров много. Давайте так все в сторону уберу. Начнем с светофильтра ЖС-19. Он у нас толщиной 5 мм большой и 80 на 80 ровно. Прецизиозно точное стекло с очень точным составом, точным размером, плотность. Точная, указано по паспорту, можете даже проверить. Вот размеры я вам сказал, 80 на 80 на 5. А вес его 77,93 грамма. И давайте сразу взвесим ЗС-7, 40 на 40 миллиметров, вес его 16,73 грамма. 16 сотых. Микроверта в час. Нормально. Размер ЗС-7 40 на 40 миллиметров. Давайте проверим. Неверно, оказывается. Так, 39 на самом-то деле. 39, значит... 39 на 39, да. А толщина его ровно 4 миллиметра. Мощность дозы 17 сотых. Микроверта в час. Нормально. Этот 5 миллиметров. Толщина точная, размер точный. Ну, здесь ровно 80, да. 80 миллиметров на 80. Вот такие размеры, то есть это стеклышко не 40 на 40, это неправильно. Вес показал. И что интересного, вот это ЖС-19 стекло сплошное. Вот, цельное. Микроверта в час. Нормально. А вот... ЗС-7... Оно неравномерное, оно складывается с трех частей, как видите. Посередине толстое такое темное стекло. И по бокам два светлых тоненьких приклеено. Все это склеено, как я понял. Но тут непонятно, почему так, оно на вид полностью прозрачное. Давайте я размер покажу. Значит, по бокам эти стеклышко ровно по 1 миллиметру, а центральные 2 миллиметра имеют вот такие размеры. Мы приступаем к замеру. Ну, для начала просто замеряем по гамме, закрытой крышкой,
Вот по центру разместим, проверим, пробивается ли гамма через эту крышку. Сможет ли он что-то зафиксировать. Да, гамма прорывается. На один микрорентген больше. 18 сотых. Микрозиверта в час. Нормально. Это мало, конечно. Но гамма там присутствует. И даже через эту свинцовую крышку она пробивается. Так, хорошо. Ну, это мощное стекло, конечно. По гамме. Здесь от него гаммы больше, чем в других стеклах. Теперь давайте снимем крышку. А, нет. Проверим это еще. По центру. Нормально. Ну, реакции почти нет. В общем, гамма мизерная. Ну, гамму лучше видят сцинтилляторы, потому... Будем считать, что гамму не видит вот этого вот стекла с ледяные счетчики. Теперь замеряем со снятой крышкой. Ну, тут сразу повеселее. Ну, это условный замер в режиме гамма. Что у нас там? 153 микрорентгена в час. Мощность дозы 15,5 микрозиверта в час. Опасно. А, нет, я ошибся. 1580 микрорентген в час. Это условно. Бета-поток так не измеряется. Теперь переходим в режим, это режим поиска, альфа, режим бета. Ну вот, сколько у нас фоновых? 14, 13 распадов на сантиметр квадратный в минуту.